Слава, Бауржан Турысбек набегает еще и Анатолий Тимощук. Ну сколько сил у этого футболиста, я поражаюсь, честно признаться. В его возрасте Тимощук мяч сохраняет для своей команды. Жерар Гоу делает счет 3-1. И Анатолий Тимощук, ну просто на своей спине, всеми своими усилиями этот мяч, собственно, и организовал. Отметим, разумеется, и то, как Жерар Гоу сумел поставить корпус. Ну, рядом с ним находился совсем юный Мадьяр Нуралы. И, конечно же, эта точка 3-1, видимо. Ну, может быть, счет еще и изменится, но понятно, что будет победа Кайрата. Все откладывали, откладывали. И, видимо, вот так все завершается у нас. Кайратовцы, результат. Мадьяр Нуралы просто немного не поспел. И порадуемся, и услышим весь этот гул на трибуне.